Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Томаты – это один из самых любимых садоводами овощ. Для того, чтобы добиться хорошего урожая, важно заботиться о растении, начиная с самой посадки. Я предлагаю вашему вниманию отличный способ посадки томатов с использованием снега. Кстати, талая вода очень полезна растениям, ведь она содержит в разы больше питательных веществ, чем обычная вода из-под крана. Перед посадкой не будет лишним продержать семена для обеззараживания и насыщения кислородом в перекиси водорода. В неразбавленном 3% растворе держим 20 минут, а потом промываем. Сажаем семена как обычно, расстояние между ними 2-3 см. После того, как разложили семена, присыпаем рыхлым слоем земли примерно 1 см. Грунт не поливаем. Сверху накладываем несколько горстей снега. Не жалейте, кладите побольше с горочкой. Как раз таки он при таянии и послужит поливом. Заодно семена пройдут стратификацию холодом. Это укрепит растение в дальнейшем. Емкость со снегом накрываем пленкой и ставим в прохладное место, чтобы снег медленно таял. После того, как снег растает, ставим емкость в теплое место, например, где держится температура в 26 градусов, и ждем первых всходов. После того, как рассада успешно взойдет, температуру понижаем до 20-23 градусов. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!